Блин, хотел за один присест пройти. Походу, не получится. Так, котлетку съел, что-то еще больше есть захотел. Часочек, наверное, потерплю еще. Потом перерыв надо будет сделать. Перекусить. Все так просто, ларец. Макуатили. Нет, я не ларец. Было бы забавно. Зашла, нашла ларец и на выход. Закрыто. Отлично. Так, аккуратненько. Костюмчик прям как у Покахонтас. Древний лифт. Пойдите стал для меня полнейшей неожиданностью. Так, два очка. Народ, есть. Его история, все, что они пережили и кем стали сегодня. Их послушать-то Камару, Домингес, Кукулькан, радеет о благе Пайтити. Но я знаю, на что он готов пойти. Убийство и жестокость. Я должна его остановить. Так, сигнальные патроны, наверное, это что такое? Оглушающая шрапнель. Эффект снадобья концентрации усилен. Для восстановления костюмов и фрагментов. Тоже непонятно, что значит восстановление костюмов. Открывает доступ к большим сумкам и подсумкам у торговцев. Более выгодная цена у торговцев. Тоже неплохо. Одним выстрелом пустить три стрела. Три захваченные цели. Приколюха. Это надо качнуть. Награда гробницы испытания. Так, значит, наверх и налево. А снизу что такое? Такие себе талантики, конечно. Сидя на ветке, Лара может убить противника и спрятать труп среди ветвей. Прикольно. Три очка навыка тоже надо качнуть будет. Сюда. Чуванский язык, это уже третий язык. Сколько здесь языков?
Чуванские монолиты. Фу. Ну и вонь. Вот про это место Эцли и говорил. Тверный город. Залезь в чрево змея. Спокойно, Лара. Без нервов. Жесть! Живой, что ли? Нет. Просто кровичком забрызгал нас. Меня сейчас тошнит. Жуть какая. Да ладно, они там живые, что ли, еще? Клетки. Я спасу вас. А может и нет. Ах ты, черт! Нет! Жесть. Ему же никто не поможет. Так, не спеши. Да фак. Ларка, ну ты чё? Я ж нажал вовремя. Не туда она, походу, ледоруб кинула. Нет! Так, не спеши. Зацепиться за дальнюю стоп. Ну, прыгаем. X. На этот раз сработало. У тебя все получится. Ритуальное вот, жертвоприношение. Больные секстанта. Секстанта. Поешку я переиграл. Секстанта. Спуск точно. Блеск. С нереальным графоном. Выбора у меня нет. Ларка может все. Он по трупакам тоже ползает. Жуть как. До свидания.
Это один из мятежников? Плача какого-то бахнули тут. Где-то здесь должен быть вход. Змей с серебряным глазом. Я на верном пути. Да! Сюда. Запах все усиливается. Лара, как ты там? Цель не изменилась. Найдите серебряный ларец. Фиона, я нашла еще одного змея с серебряным глазом. Похоже, я почти у цели. Обсуждаю сучью тату. Тату? Да, ты видела тату Нурату? На ней цапля и затмение. Возможно, это как-то связано с серебряным ларцом. Сомневаюсь. Цапля и затмение. Другого выхода нет. Ну ладно. Пройдите испытание змея. Так. Нереально. Больше я не унесу. Масло, наверное, какое-нибудь залить сюда нужно. Нужно как-то разрушить преграду. Так, это у нас мамский язык. Почти изучили. Тут нефть. И, может, эту лужу можно поджечь? Путь свободен. Надо идти дальше. Быстро оно сгорело. Воу! Это что, зал для кровопускания? Я сцепился. Здесь, походу, тоже нефть как-то налить нужно. Мне нужно выровнять каналы и наполнить водоем. Понадобились сотни жертв, чтобы наполнить кровью эти каналы. Выровнять каналы. Все тормозит. Вроде ровненько, нет? Нет. А вот теперь ровненько. Неподъемно. Нужен крутящий момент. Крутящий момент.
Так, вот где мне нефть раздобыть? Надо соединить эти две колонны. Ох, жесть. Так я же уже поднастроил. Явно не так, хотя... Нет. Нет, но похоже. Тоже не так. Но здесь тоже два пути у нас соединены, но дырка какая-то. С этой платформы я подстрою потом. Вот она у нас тут пойдет. Этим мы тоже соединим. Дальше у нас тут идет и сюда заливаться, наверное, будет. Черепульки. Так, ну с этим понятно, а нефть-то нам как запустить? Просто думал, сперва покрутить нужно. Она же ни в какую у нас нефть не хочет запускать. Надо повернуть колонны и выровнять каналы. Так, ну ладно. Здесь, допустим, все нормально. Но не факт. Там получается две черепушки. Наверное, к двум черепушкам нужно. Правильно же. Значит, две черепушки ближе к нам должны быть. Так-то так.
есть одна пойдет сюда. Покрутим еще, посмотрим варианты. Два выхода на каждом соединении. Вот здесь два. Здесь два. Здесь два. И здесь два. Но до второй черепушки там не доходит. Замудрено как-то. Мне бы нефть пустить, посмотреть, как она течь будет. Тогда попроще. Надо повернуть колонны и выровнять каналы. Надо повернуть колонны и выровнять каналы. Надеюсь, ничего я там не упускаю. Но я сейчас и выравниваю мелко. Потому что с большой там проблем-то нет никаких. Она тоже не так. Мне кажется, поочередно их надо активировать. Только сперва пустить нефть. Потому что никак они там на все сразу не ставятся платформу. Короче, по центральному должно быть по-любому соединено. Если я правильно все понял. Угу. Вроде доперло.
центрального соединения нет. А вот она сейчас будет. Все верно. Здесь она заливаться у нас будет. Так вот она пойдет. Блин, не по центральному, что ли? Факт, не по центральному. По боковому, но за черепушку заливаться будет. Я понял, вот так мы разливаем медь. Хотя посмотрим, как он там лица будет. Смертельная ловушка, но сейчас узнаем. Что произойдет? Черт, потекло не туда. Мне нужно выровнять каналы и наполнить водоем. Так, потекло не туда. Как скажешь. Не та стрела. Неправильно. Снова черепушка. Плаваем здесь же камнем. Или нефти пофигу на камне. А, я большую еще не подкрутил. Черт, потекло не туда. Мне нужно выровнять каналы и наполнить водоем. Может, наоборот, как-то через левую? Может быть, я зря думаю, что здесь три должно быть пути. Хотя нет. Нет, вот еще один вариант есть. А, нет, это он и есть через тройную. Ну вряд ли же она через камни здесь прольется. Типа опять она скажет, потекло не туда. Прям по-любому. Там вариантов не так много.
Давай посмотрим. Так, здесь она через боковую. Надо большой, походу, еще разок вот, да? Крутануть. Победа. Змеиное испытание. Первой попытки. А теперь искать ларец. Ага. Город в пламени. Сейчас мы там всех поджарим, походу. Змея. Когда ларец откроем. Вот что они нашли, Тринити. Зато на выход быстро. Прокатились. Эцли. Какой на деревню напали. Вот этот мелкий бунтарь. Эцли! Вот она! Хватай! Ладно, ну что делаем? Убиваем или бежим? Бежали. Снова глюк со звуком. Черт возьми! Assassin's Creed прям. Дороги и глаза, да. Конечно, нормально, надеюсь, будет. А рядом с глазатом. Что, смени, это костюм такой. С копьем. Новый. Модный. О! Бедняжка, он почти поймал ее.
вернитесь домой. Вернись, если можешь. Учух хочет кое о чем тебя попросить. Наверное, об услуге. Хорошо, я вернусь, как только смогу. Найден новый базовый лагерь. Одного скиллпоинта явно пока что не хватит. Нужно три. И на этом, я думаю, надо стопорнуть. Хотя бы часочек сделать перерыв. Я чувствую уже силы на исходе. Надо подкрепиться по-любому. Стрим уже 6-й час идет. Да, почти 6 часов стрима. Пойду я, ребят, покушаем. Продолжение где-то через часочек, может через два. Где-то так. На этом пока все.